телефон Alcatel 5045D. Вообще перенесли его первоначально с проблемой, что не читается первая симка. Потом оказалось, что первая симка здесь под Билайн только сделана. Когда я включил, оказалось, что здесь еще графический ключ. И почему-то хозяин не знает его. Это очень интересно. Короче, сказали, попробую что-нибудь сделать. Ничего тут сделаешь, только сбросишь к заводским. Соответственно, если я сейчас к заводским сброшу, и здесь стоит Google аккаунт, то ни к чему хорошему это не приведет. Вот. Но я вроде нашел, как обойти Google аккаунт. Поэтому сейчас попробуем сбросим. Даже если здесь Google аккаунт стоит, мы его обойдем. Так, заходим в Recovery, клавиша включения, клавиша громкости плюс. Здесь даже Recovery на нескольких языках. Выбираем русский. Выбираем стереть данные, заводские установки. Выбираем да, удалить все данные. Может, конечно, повезет, и здесь не был Google аккаунт, значит, я сомневаюсь. Сейчас все сотрется. Выбираем перезагрузить. Так, ждем включения. И будем потом думать дальше. Телефон включился. Мне повезло, что на этом телефоне я раньше что-то делал. Похоже, я туда ставил свою учетную запись. И то есть он ее спросил, я ввел ее, и он вроде как включился. Скорее всего, там она была. Либо мне просто повезло. Потому что здесь что, Android стоит, в любом случае он бы не включился, если было бы что-то не так. Вот, но суть не в этом. Телефон мне принесли не для того, чтобы тут сенсор поменять или разблокировать ключ, а потому что здесь две симки, и первая только для Билайна, вот второй сейчас Теле 2 стоит. Вот, нам нужно разблокировать первую. Возможно, там какие-то есть варианты типа прошивки или еще что-то. Тут я наткнулся на такой вариант, как официальная разблокировка от Билайна. На форуме 4PDA нашел бланк, который нужно отослать на почту определенную, ну, от техподдержки ихней. Здесь вот заполнить фамилию, имя, отчество, контактный телефон, имей телефона, серийный номер. Ну, тут, короче, все расписано. И отправить им. Написано, что в течение недели, в принципе, код придет на телефон, на контактный. И можно будет официально разблокировать. Сейчас я это все заполню. И когда код придет, запишу продолжение. Пока будем ждать.